Мне приснилась обнова Чикинган. Вместо самого обычного меню там было новое меню, то есть новый интерфейс полностью. Все меню переделали, оно было намного лучше. И также самое главное, что я там увидел, это новый режим битва с боссом. Прямо сейчас поставь лайк и подпишись на мой канал, дружище. Да, возможно, сейчас вы мне не поверите, но мне правда так приснилось. А еще мне приснилось, что я встретился с разработчиком Чало Апс. Сам по себе он был худенький, чуть выше меня ростом, у него была борода, и также у него были темно-коричневые волосы. Он был чем-то похож на Суетенка или на Адора Плеера, но только с бородой. И если я не ошибаюсь, у него тоже были очки. Суетенку, кстати, тоже приснилось обновление. Он говорит, что там была вкладка «Друзья», «Новые карты», но обновление почему-то было 3.0.05. И не только Суетенку приснилось обновление. Дэну, Халару и Супову тоже приснились обновы. Недавно мы все вместе с ютуберами играли на стриме, и там просто резко, откуда ни возьмись, в чате появилось сообщение. Чало Апс 16 октября. Это появилось в одну секунду, мы это не писали. Возможно, это был разработчик, который намекнул нам, что обновление будет 16 октября. Но, скорее всего, это был читер, который просто нас всех обманул. Довольно странно, что в последнее время очень много слухов про обнову. То она кому-то снится, то происходит вот такая вот фигня на стриме. Все это очень подозрительно. А тебе снилась обнова? Смотри ролик, который вылез у тебя на экране. Я открывал кейсы за каждую смерть в Чикингане. Ролик просто пушка. Не забывай ставить лайк, не забывай подписаться на канал. С вами был Китик, до скорых встреч.